В Якутске наградили победителей республиканского конкурса «Я инженер». Второе место со своим проектом занял Артем Деркач, горный инженер рудника «Интернациональный». Предложенной идеей он решил важную производственную проблему. Так, горным оборудованием подземщики ведут отбойку с последующей выдачей на поверхность. Пустые выработки, образованные после выемки алмаза, содержащей руды, заливают бетоном, так называемой закладочной смесью. Выяснилось, что на глубоких горизонтах рудника «Интернациональный» рудное тело смещено и уходит в сторону от места прокладки бетоновода. Встал вопрос, что делать – строить дополнительные подземные выработки или придумать иной способ. Мной было предложено рационализаторское предложение сформировать горную выработку для бурения закладочных скважин в закладочном массиве рудного тела. Для этого существующие выработки, из которой бурили скважины, пробурили одну постоянную скважину, через которую подавалась закладочная смесь, все она постоянная. И далее через перепускные трубопроводы подавалась закладочная смесь именно сформированной горной выработки на нижележащие слои. Инженеры рудника разработали новый способ расположения выработок для подачи закладочной смеси на глубокие горизонты. Благодаря реализации этого мероприятия достигнут экономический эффект более 20 миллионов рублей. Проект на тему оптимизации закладочных работ существенно снизил затраты на бурение закладочных скважин и повысил эффективность ведения закладочных работ. Это не первое рационализаторское предложение, внедренное на нашем руднике, что показывает высокий уровень квалификации инженерно-технических работников нашего коллектива. Высоко оценили идею рационализатора и в Институте Якутнепроалмаз. Там существует специальная лаборатория, занимающаяся созданием новых видов и составов закладочных смесей. Лаборатория технологии закладки занимается снижением себестоимости производства закладочных работ, но не может охватить весь процесс, и зачастую предложения приходят от самих производственников, и порой очень грамотные и приносящие большие экономические эффекты. В частности, предложение Деркача Артема, которое, безусловно, приносит экономическую выгоду за счет снижения трудозатрат при бурении закладочных скважин. Теперь эту схему планируют применять повсеместно. В рудном теле будут оставлять пространство для расположения бетоноводов, по которым планируется подавать закладочную смесь на самые глубокие горизонты рудника, что существенно упростит процесс добычи алмазов. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».